Здесь будет воркаут, снаряжение, тренажеры. Вторая зона – это ясли детская, где мамочки будут гулять с колясками. Проект «Отдыхаем всем селом» Мария Собина вынашивала несколько лет. Рассказывает, в деревне Ворчино Шарканского района, где проживает 800 человек, нет ни одной обустроенной зоны отдыха. Теперь она будет в самом центре деревни. На ее создание Мария в прошлом году, став участником молодежного форума «Иволга», выиграла грант 450 тысяч рублей. Работы уже начались, откроют площадку в конце июня. Площадка, она тем уже уникальна, что она современная будет. То есть это и асфальтовая дорожка, это брусчатка, это цветники, это воркаут, который именно молодые парни у нас очень стремятся вот этим заниматься. Им это интересно, и нам хочется, чтобы и в деревне, как и в городе, дети тоже могли попробовать себя в какой-то области. Очень красиво. Такие маленькие книжки мне тоже интересно читать. Большие. Не успеваю. Ну и да, еще вариант карманного формата, да. Герман Суслов тоже участник прошлогодней Иволги, но с Марией они не знакомы. Форум из-за пандемии в 2020 проходил онлайн. Так же, как и Маша, он выиграл грант 300 тысяч рублей. Получил на реализацию проекта фестиваль актуальной литературы «Кузибай». Эти книжки – сигнальный вариант сборника, результат первой части фестиваля – пятинедельного интенсива для местных молодых авторов. Это серия книг. Ну, под одной суперобложкой. Она называется «Рассказы людей, с которыми ты едешь в одном трамвае». То есть мы говорим о том, что это такие ребята, как мы с вами. Вы их можете встретить каждый день, но у них есть интересная, классная история, которую мы, мне кажется, просто эталонно издали вот буквально через неделю. Эта книга придет. Небольшой тираж поступит в продажу как раз к началу самого книжного фестиваля. Он пройдет с 28 по 30 мая в открытом саду. В программе не только книжная ярмарка, но и встречи с известными современными авторами. В молодежном центре сегодня собирают заявки от новых участников. В этом году Иволга пройдет в традиционном формате. На официальном сайте форума от Удмуртии на данный момент 267 заявок. Прием продолжается. Попробовать свои силы могут молодые люди от 18 до 35 лет. Главное – успеть заявиться до 25 мая. А потом до 13 июля будет время на доработку проекта. Сейчас, по факту, если даже у тебя, например, в стадии разработки свой проект, то не обязательно сейчас его регистрировать, то есть можно указать, что да, есть такая-то идея, и к 13 числу спокойненько его дописать. Тем более есть уникальная возможность у нашей молодежи воспользоваться онлайн-сервисами, которые представлены на mallcenter18.ru, потому что там есть аудит проекта. Правильно оформить проект помогут эксперты. Сам форум пройдется с 22 по 30 июля. Альбина Валерьевна. Жанина, Василий Хохряков. Новости.